Всем снова бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и мы продолжаем играть в тук-тук. И, значит, сегодня мы, как обычно, начнем в потустороннем доме, точнее, доме с призраками. И попробуем сегодня в нем выжить без каких-либо происшествий. И так как в прошлый раз мы шли налево, то мы в этот раз пойдем направо и попробуем найти здесь чего-нибудь приятного. Ну, или чего-нибудь занятного. Так, будут у нас тут часики, или у нас может быть кровать, или что-нибудь, где можно спрятаться? Жалко, дверь нельзя закрыть, потому что вроде как через дверь они имеют некоторые проблемы с выходом. Почему я так давно сюда не заходил? Чувак, я не знаю, почему сюда так давно не заходил. Почему там огромное колесо от какой-то непонятной телеги, которая могла тебе понадобиться в лесу? Зачем тебе нужна телега в лесу? Может быть, ты тут сено где-то везешь? Или что-то еще. Так, опять непонятный навоз сбоку. Листья. Наш, похоже, ученый, он решил все вообще исследовать на свете. До чего только рука дотягивается. У него тут и пауки, и непонятные зверята-кробята, и листья, и много-много всякой прочей чепухи. Не знаю, зачем все это он делает. Но, видимо, ему такая работа, и вообще на что он живет. У него тут нету холодильника, у него не на что есть. Друг мой, да у тебя проблемы. Вспомнил. Вот здесь жил кто-то маленький. Вот это вот маленького-то, видимо, зарезал, да, и тут повесил голову, чтобы все остальные маленькие знали, что с тобой не нужно связываться. Тогда не видишь, что тут призраки появляются, знаешь ли. Тьф, ты тут столько людей, тут и людей. Фу, людей. Ой, так, это далеко, хорошо, это далеко. Это в нашей спальне. Стоп! Стоп. Я забыл выключить свет. Факин фак, я забыл выключить свет. Я видел там тетку. Нас ты пахнет? Ты пахнула? Так, вот значит, вот в той комнате кто-то есть. Туда я сейчас не пойду. Пойду дальше. Я не увидел, я даже не увидел ту тетку. Какого хрена игра? Чего? Нельзя меня так тпхать без церемонии. Я же... Ой, и глаз там, и тетка там. Ну-ка, как ты отреагируешь на свет? Fuck you! Пошла ты, знаешь куда? Где я? Попробую угадать. Тут одна кровать, и я только что исчез рядом с ней. Где же я? Ума не привожу. Так, где она теперь? Так, окей, я ее не вижу, кажется, мы ее облапошили. Пойдемте дальше. В глазик я не буду залазить, ну его в задницу. Потому что я уже один раз залез. Я слышу вас, птицы! Ну или кузнечики. Почему вы так громко резко стали, я не понял. О, часики. Камон, часики. Включаем свет и сваливаем. О, нет. Дабстеп. Да. Я умею его делать, конечно. Тебе меня не победить, мой брейкданс всесилен. Кстати, тетка, у тебя какие-то странные клешни сзади. Не рак ли ты часом? Так, ладно, пойдемте дальше. О, нет, она меня заметила. Пусть на тебя посмотрит этот глаз. Неодобрительно посмотрит на тебя. Иди дальше. Иди своей дорогой. Я не хочу иметь с тобой никаких проблем. Меня пугает этот глазик. Кстати, что он сказал? Точнее, что ты сказала? Что там кого? Ладно, неважно. Я знаю, если станет светло, этот ужас просто исчезнет. А нужно ли мне, чтобы здесь стало светло? Ну ладно, давай уничтожим его. Прощай, мой глазик, прощай. Ну не мой глазик, а вот этот глазик. Ну вы поняли. Секундочку. Меня зовут Никто, сказала мне достижалка. Окей, ты можешь сам себя называть, как ты хочешь, ладно, будем называть Никто. Кстати, где та девчонка? Ой, вот только я вспомнил про девчонку, и вот она. Ладно, я туда не очень-то и хотел идти. Пойдем в другую сторону, пойдем в дверь налево. Пойдем в дверь налево и увидим там и... Почему ты не хочешь открывать эту гребаную дверь? Давай же, ну! Ё-моё, как-то у тебя голос очень странно изменился. Что это за звук? Что это за звук? Это какой-то слизень какой-то такой. Мне это не нравится. Сейчас пойдем налево, посмотрим, что там. Часики. Еще что-то? Давай, покажи мне что-нибудь приятное. Телескоп. Должен признать очевидное, но не умеет. Это выше его сил. Ну, я признал. Я признал, что это все не сон. Оу, фак. Ты меня видишь? Нет. Надеюсь, что не увижу. А где это непонятное шлеп-шлеп? Шлеп-шлеп, мэн, ты где? Шлеп-шлеп, мэн, не надо меня только шлепать, пожалуйста. Я очень плохо реагирую на шлеп-шлеп.
Скорее! Так, свалим отсюда. Ух, мне не нравится это. Мне не нравится, он приближается ко мне. Шлёп-шлёп, мэн. Он все ближе. Ой, дверь никуда. Я могу ее открыть? Нет, я не могу ее открыть. Ну и не хотел я ее открывать. Так, скорее. Часики! Что ты спрятался? Часики, я сказал. Ёптую мать. What the fuck? Кто? От кого я прячусь? От кого я прячусь? Следишь за домом. Окей. О, да, вижу. Чьи-то руки. Но я не могу использовать часики. Что за дела, эй? Игра. Я хочу использовать часики, но ты мне не даешь. В доме гости? Нет, я никого не приглашал. Идите отсюда, я вас не звал. Идите лесом. Так, у нас тут ничего. Открываем дверьку. Нет, свет. Оф. Свет мне не нужен. Они могут меня найти. Они могут меня вычислить по свету. Как школьники по IP, так они могут вычислить по свету. Я не хочу, чтобы меня вычислили. Так, осталось совсем недолго. Совсем чуть-чуть до рассвета. Так, давай. Часы. Я не хочу этого использовать, потому что я еще успею. Если что, я успею. Так, привет, амнезия. Там шкаф. Если чего, мы знаем, в какую дыру нам лезть. А пока я хочу все доразведать и найти все, что здесь я могу найти. Часы. Еще часы. Они что-то от меня явно хотят спрятать. Что-то очень может быть важное. Но так это не получится. Фух. Мне показалось, что кто-то там идет. Давай, что-нибудь занимательное сделай. Покажи мне что-нибудь занимательное. Ой. Окей, я не очень-то и хотел там быть. Как скажешь. Часы, на помощь. Часы. А, то есть нужен свет. Окей, буду знать. Ну, на этом гамовер, ребята, вы меня не поймали. Yes-a! Я вин. И новый день настает в этом темном мире. В эту игру нужно играть в тишине. За 2 часа до рассвета соберите гостей. Все выбирают себе по человеку. После этого гости должны бесшумно ходить по дому. Представьте себе дом, по нему дофига людей бесшумно такие ходят по дому. Каждый напряженно думает о своем, да. Рано или поздно вы услышите голос. Птицы, собирайтесь вокруг мраморного гнезда. Все должны замереть. Если шорох продолжится, значит, что игра окончена и нужно немедленно прекратить. Среди вас... невидимка. Что? Что? Игра! Игра, ты чего вообще? Блин! У меня сейчас просто ночь. Я специально выключил свет, полная иллюминация. Ее я выключил, чтобы все было как канонично, но как бы такая подстава, я ее не ожидал. Окей, а где вообще дверь? Где дверь в этот раз? Вижу. Понял. Отлично. Тогда мы пойдем наверх, и нужно посмотреть все комнаты. Природа машина. Природа сильнее человека. В ней все разумно и просто. Все объяснимо. Ее законы просты и стабильны, и самый надежный из них — это время. Циклы распада, необратимые, но повторяющиеся процессы, она всегда ставит все на свои места. Может быть, оно и необратимо, но ты почему-то им умеешь активно пользоваться. Наверное, ты внебрачный сын принца Персии, и сила песков перешла в твои часы. Возможно, это имеет смысл. Так, дверь я нашел, она внизу. О, это тебе не снится, на самом деле, вот это и есть твой настоящий дом. Чистых крестов остается все меньше. О, он, помните, вначале говорил, что как только закончится дневник, его жизнь прекратится, то есть ему так говорил его дедушка, по-моему. Кто стучится в дом моя, не надо мне такого, да. Отвалите отсюда. Унылое место, но мне здесь спокойно. Это лесная земля, глина, песок, перегной. Обычная почва. Не знаю, как бы я вообще себя чувствовал. Я в таких домах не бывал. То есть я в одиноких домах один, в лесу не бывал. И не осмелюсь говорить, как это. Насколько это. Каждый день я беру атмосферные пробы. Влажность стабильная. Состав азот, кислород. Земля не меняется уже много лет. Все то же, что было при предках. Только беднее. Отмечать этот факт изо дня в день моя работа. Занимательно. Вот, и я никогда в таких не был, поэтому не могу сказать, насколько это все страшно или нет, но
Я могу сказать, что я бы не осилил, я думаю. Все тихо. Не слышно ни сов, ни волков. Только лягушки и мошки. А я не слышу даже лягушку. Может быть, это твои воображаемые лягушки? Ну, вот тут все выглядит достаточно. Тут много книг, в них содержится множество однообразных данных. Сомневаюсь в пользе. Все, чем набит этот дом, хранится в моей голове. Разницы нет, я так давно здесь живу, что фактически сросся с моим жилищем. И ты не можешь определить, какой из них настоящий, а какой нет? О, нет, не надо ко мне стучаться, я вас прошу. Все равно я не открою. Сами откройте. Если нужно, сами откройте. Вот так вот. Так, и вот они, наши часы. Я о чем-то говорил, но я уже не помню, о чем я говорил. Да, открой эти часы, да что ты творишь? А, понял, то есть можно нажать Е. Если вдруг у меня не нравится, что я не могу зайти, то нужно нажать Е. Каждому отверен свой срок, посмотришь на часы и задумаешься, сколько тебе еще отпущено. Лучше гнать от себя эти мысли, а то еще накликаешь. Да, возможно. Возможно, и дверь. Да. Вроде бы и все открыл. Вроде бы. Надо вот тут подняться наверх. Стопочки. Угу, понял. Значит, нужно пройти вот так, и вот тут будет спуск вниз. Да, я знал это, я знал это. Так и должно быть. Так, все и правильно. Меня пугают вот эти камушки, которые внизу. Они действительно похожи на черепа. Некоторые из них даже кричат. Блин, стрёмный дом. Стрёмный дом. А-а-а, но лес еще стремнее. А, в лесу это вообще ужас. Тут каждое дерево, как я уже говорил, оно... А, это как бы, знаете... я даже не знаю, как это назвать. Но вообще в лесу ходить не очень страшно пока что, потому что я то чувствую, что здесь нет ничего. То есть, кроме вот этой девочки, которая к нам, в общем-то, френдли, здесь нет ничего. Но важно не пропустить эту девочку. У нее силуэт очень незаметен, особенно если она где-то сзади. А если она где-то сзади, то я рискую ее пропустить и ходить здесь долбанной кучей времени. О, дом, привет. А может быть, она где-то возле дома? Просто, насколько я помню, я всегда ее встречал где-то неподалеку от дома. То есть вот тут вот, где-то на этом уровне. Если я буду идти вперед, то я встречу еще один дом. Потому что этих домов тут море. Этих домов тут тонны. И вот это дерево, он такой типа... What the fuck? Этот парень тут ходит? Зачем он тут ходит? Я тут одно. Еще одно дерево такое же. Почему им было лень нарисовать больше текстур дерева? Стоп. Нет, показалось. Вообще, звуки леса очень похожи на, знаете, предрассветный такой лес. Но при этом по часам еще было видно, что до рассвета еще кукуево. О, привет! О, е! Оу, е! Вдруг ядрен батон! Вау, уберите ее отсюда! Она пугает меня! Фак! Что, у меня еще тут звуки какие-то сдают? Слева? Или это уж... Какого черта? Ребят, это наушники? Да хрен его знает. Я болен, очень болен. Почему я вижу все это, выглядывая наружу? Там такого не может быть. Это противоположно. Заткнись в жопу, идем в дом. Не хватит, хватит с меня этого всего дерьма. Идем скорее, топай своими гребаными короткими ножками. Тук-тук-тук-тук. Бра-бра-бра-бра-бра. Идем. Факем-фак. Ой-ой-ой, я хочу быстрее закончить и включить свет. Потому что мне сыкотно. Мне серьезно сыкотно. А, я слышал тебя, веточка. Почему ты ломаешься? Кто по тебе ходит? Бля. Лягушка, наступи себе на горло и не квакай так сильно. И не то я. Ой-ой-ой, почему ты так долго шел? Где-то тут был дом. Вижу. Домик мой родной. Домик мой родимый. Прими, давай, я войду в тебя скорее. Я в нем, yes! На этом все, мы снова во сне. Всем спасибо за просмотр. Это офигенная игра. Офигенная. Всем спасибо за просмотр еще раз. Пока. Удачи!